Участие в чемпионате России по легкой атлетике в группе многоборье примут 17 мужских и 16 женских команд. Сегодня стартовали представители обоих полов в старшей возрастной категории. Атлеты в течение двух дней поборются в 10 дисциплинах. Это бег на разные дистанции, прыжки в длину с шестом, метание копья, диска и толкание ядра. У женщин также два дня. У них 4 вида в первый день, 3 во второй. Сегодня стартуют у нас взрослые мужчины и взрослые женщины. Они сегодня начинают, завтра они закончат. Завтра начинают юниоры. До 20 лет стартуют, послезавтра закончат. И 9-го стартуют юноши, 10-го закончат. Ну, на вид соревнования тут 2 дня. В течение 2 дней люди собирают 10 видов и сумма очков побеждает. Сегодня в программе бег на 100 метров, толкание ядра, прыжки в высоту и в длину. Перед каждым зачетом спортсмены проходят подготовку. Так, бег с барьерами будет только завтра, но уже сейчас атлеты параллельно оттачивают технику предстоящей дисциплины. Параллельно с многоборцами соревнуются эстафетники. На первенство и чемпионат России по эстафетному бегу приехали 460 спортсменов из 28 регионов. Программа у взрослых эстафеты 4 по 1500 метров, 4 по 800 метров. Эстафета есть, называется шведская длина, это 800 метров, 400 метров, 300 метров, 100 метров. И короткая шведская, это 400, 300, 200, 100. У юниоров точно такая же, у юношей программа в эстафетном беге 4 по 100 метров и 4 по 400 метров. Стимул на хорошие результаты у всех спортсменов один, ведь победа в таких турнирах не только повышение квалификации, но и возможность участия в соревнованиях мирового уровня в составе сборной России. Галина Захарова, Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.